сегодня выдал про заправить кремом, блять. Все, заткнитесь нахуй. Не, Сережа вообще. Просто понимали, он весь торговый центр эту хуйню сказал. Типа, я понимаю, когда мы там еще в Дискорде сидим, никто не слышит, но. Так они даже ничего не поняли, о чем вы. Ну да, так можно расскажу. Да. Не, не надо. Да, расскажи. Ольга говорит, мне нужно пить 2 года противозачаточный, и Серега говорит, что тебя теперь можно каждый раз кремом заправлять? Ёб твою мать. Какой, это что ж такое? Какой же ты ебан. Представляете, с каким человеком я живу, это пиздец. Что ж ты произошло-то, блядь? Какой же ты мудак, Сергей.